Помимо привычных глазу автомобильных номеров, теперь на улицах можно встретить и транспорт с новыми. Сделаны они по новым ГОСТам и официально приняты. Правда, по умолчанию водителям выдают номера обычные. На данный момент госавтоинспекции выдают стандартные государственные регистрационные знаки, вне зависимости от страны происхождения транспортного средства. В том случае, если посадочное место государственного регистрационного знака не соответствует стандартам государственных регистрационных знаков Российской Федерации, владелец данного транспортного средства имеет право обратиться в специальные организации, которые занимаются изготовлением госрегистрационных знаков, и заказать государственный регистрационный знак соответствующего размера. Получить такой комплект теперь стоит в районе 1000 рублей. Цена варьируется от транспортного средства. Причем по новому ГОСТу регистрационный знак будут изготавливать без крепежных отверстий. Водитель сам может их сделать. Каждая пластина при этом маркируется на обратной стороне индивидуальным номером. Иначе говоря, чипируется. В номере этом содержится информация о водителе, чтобы в случае потери номеров его было легче найти. А получить номера можно будет как у частных компаний, так и у государственных. Это чудо техники называется КПФ «Динамо». Сделана она на базе «Газели». Это передвижной пункт для изготовления государственных регистрационных знаков для автомобилей. Собственно, этим целям и служит. Внутри машина оснащена всем необходимым. То, что есть на стационарных пунктах, присутствует и здесь. Станок, пластины, заготовки и многое другое. Машина эта будет ездить по Рязанской области, в отдаленные районы. Внимание заслуживает и другое нововведение. Теперь номер можно получить вместе с автомобилем в автосалоне. С 1 января 2020 года автосалоны имеют право пройти регистрацию транспортного средства за собственника. Данное право распространяется только на новые транспортные средства. Однако для этого необходимо обучить специального сотрудника, который будет заниматься проверкой и осмотром транспортного средства, плюс устанавливать личность водителя. Только после этого сотрудник может обращаться в ГИБДД. При этом сам автосалон должен быть аккредитован и иметь специальное разрешение на ведение такой деятельности. Валерий Седов, Алексей Кузнецов, телекомпания «Город».